Что загрустил Актам? Невесту вспомнил. Женись, Актам. Привози свою Мухаббат сюда. Пока дом не дострою, о свадьбе нечего и думать. Вот завтра отгонишь лошадей на прививки. Без тебя ведь там не справится. Спускайся в кишлак и займись домом. А мы тут без тебя как-нибудь управимся. Да вот сомнения меня берут. Курбон всюду говорит, смоет мой дом первый же сель. Ну, слушай ты его. Но он ведь метеоролог. Смотри, как бы этот метеоролог не увел от тебя невесту. Не уведет, любит она меня. Знаете, сон я все не видел странный. Играет музыка. Огромная луна. Танцуют лошади. А в центре Олимп. Мой Олимп. Я же говорю, женись. Денек сегодня, наверное, хороший будет. Пошли, пошли. Чё? Жур, правее, правее там! Пошли, пошли! Чё, чё? Ну, пошли! Чур, чур! Дядя Актам, а почему ваш Олимп со мной играть не хочет? Я к нему подхожу, а он убегает. Да потому что он к тебе не привык. Я за ним ухаживал, когда он еще совсем маленьким был. И соски его кормил. Он мне как друг. Вообще лошади понимают, когда к ним со всей душой. Ты его приласкай, поговори с ним. Он и будет с тобой играть. Зариф, ты чего? Председатель послал. А что такое? Беги к отцу.
Кирпичи для дома привезли. Говорят, спустись на денек, отвези их на место. Я как раз сегодня собирался. Какие новости в кишлаке? Да всякие. Спустишься, узнаешь. Как Мухабат? Привет просила передать. Ждет тебя. Скоро поедем. Вот только лошадей напою. Дочка, у вас все хорошеет. Да. Кстати, поздравьте меня. Назначили главным агрономом. Не знаю, справлюсь ли. Теперь о женитьбе надо подумать. Дом большой, а хозяйки нет. А, главный агроном пожаловал. Да, товарищ Кудратов пожаловал. Благодарю вас. А у нас новость. Дядю Ахуна главным агрономом назначили. Добрый день. Здравствуйте. Ну, спасибо. А я разве не рассказывала, пишет. Хорошо ей там. Зовет к себе в гости, внуков повидать. Здрасте. Здрасте. Прибыл. Пойдем, надо поговорить. Пойдем.
Уйдем. Пока. О, пианино. В общем, так. Дочь у меня одна. Я хочу, чтобы она была счастлива. Я твоими обещаниями сыт по горло. Все брошу. Жить буду здесь, а сам в горах пропадаешь. Вот что, сынок. Устрою-ка я тебя работать в магазин. Будешь мне помогать. Но я же не... Сможешь. Пошлем тебя на курсы. Хватит мотаться по горам. Хорошее пианино. Что? Я о деле. О деле толкую, а ты? В твоем возрасте серьезнее надо быть, а у тебя ветер в голове. Надо иметь специальность. А я что, не имею? Да ты же пастух! А я свою дочь в горы не отпущу. Все. Здравствуй, сестра. Наконец-то. Ты чего такой грустный? Что-нибудь случилось? Октав, не пугай меня. Юсуф сегодня условия поставил. Что он хочет? Чтобы я бросил табун и пошел в магазин работать. Может быть, это к лучшему? При деле будешь. Есть хочешь? Нет, не хочу. Октам. Юсуф пока своего решения не изменит. Ну, что ж делать? Поработаешь продавцом, дело нужное, почетное. Нет, Джамалбек, пока. Не смогу я без лошадей. А тогда мой тебе совет. Сделай так, как хочет Юсуф. А сам учись на зоотехника или ветеринара. А когда будет в кармане диплом, ты опять с лошадьми. И волки сыты, и овцы целы. Вы хотите, чтобы я обманул его? Я хочу, чтобы ты женился и был верен своей мечте. Почему ты так долго не приезжал? Некогда было. Мы сейчас за Киром одни, дел по горло. Я уж думала, ты забыл меня. Не мог я тебя забыть.
А я как увидела тебя сегодня в магазине, слова не могла выговорить. Мухаббат. Целых 2 месяца тебя не видела. Как будто вечность. Ты похудел. Мухаббат, что ты решила? А отец, дом? Да при чем тут твой отец? А наша жизнь, наше будущее? Мы же любим друг друга. Не одни мы все решаем. Мухаббат, ты любишь меня? Люблю. Я без тебя приходила сюда, ждала. Тебе уже пора идти? Да, пойдем, уже поздно. Пойдем. Красивая у меня будет жена. Ну да, хорошая девушка. А на свадьбе? Да. Да-да, это уже все решено. Вы будете сидеть рядом со мной. Вы же мой друг. Друг. А когда у меня родится сын? Я его назову в вашу честь Джамолом. Спасибо. Спасибо, Актам, спасибо. Ты знаешь, я много думал. По-моему, продавцом ты быть не сможешь. Почему это? Что тут сложного? Простая арифметика. Сдачи вам, пожалуйста, рубль, 2, 3, 4, 5. Ничего сложного. Коней-то пасти куда тяжелее. В молодости, Актам, всегда все просто. Только к старости приходит мудрость. Не волнуйтесь, все будет в порядке, учитель. Нет, не сможешь ты. Ты из семьи коневодов. И сам с детства с лошадьми. Ну и что? Какой из тебя продавец? Ну что, я сам не понимаю, что ли? Постой. Звонили из госплемрассадника, требуют чистопородного жеребца. Решили отдать твоего Олимпа. Сегодня же отведи его в конюшню. Нет, Олимпа я никому не отдам. Что, будешь ездить на нем из магазина домой? Thank you.
Дочь у меня одна. Я для нее ничего не пожалею. Свадьбу я беру на себя. Слава Аллаху, у меня всего хватает. Ну почему? Мы тоже возьмем на себя часть расходов на свадьбу. Свадьбу я беру на себя. От вас требуется только дом. Главное, чтобы они любили друг друга. Зариф! Эй, Зариф! Звали? Звал. Потолкни. Давай, давай. Не, 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 давай, вот, вот, потолкни. Ноги, ноги, смотри, тихо, вот. Ну-ну! Осторожно. А кто там есть? Не знаю, Джамалбек послал за тобой. Они его не бьют? Держи его, вот, вот, стоять, стоять! Стоять, стоять, стоять! Не мучайте его! Нет, 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 идем. Идем, Алим. Вот так. Так, хорошо. Ну вот совсем другое дело. Я пришел хозяин, он как шелковый стал. Милый мой, хороший. А? Умный. Молодец. Молодец, Олимп. Послушная лошадка. А? Актам, сделай мне любезность. Отвези этого сумасшедшего в город. Отвезешь, а? Не могу. Не могу. Он гордость нашего колхоза. Они его ждут. Слушай, а на твою стройку я еще ребят подошлю, так что не волнуйся. Ладно, поеду. Будь по-вашему. С кормами в этом году, Саид? Вроде все нормально, Джамалбек. В горах шли дожди.
Травостой выдался хороший. Только вот машин не хватает. Звонил в райисполком, обещали прислать. Райисполком не скорая помощь, Саид. У тебя вон в гараже три машины стоят. Никак не отремонтируешь. Расписка. Вот она. Деньги. Деньги переведут. Коня в цирк сдали. Председатель спасибо скажет. Колхоз большие деньги получит. Мы знаем, что делаем. Чей конь? Колхозный. Красавец. Чистопородный. Как зовут? Ах, там. Жеребца. А, Олимп. Хорошее имя подходит ему. А ты кто будешь? Конюх? Табунчик я. А, видел, как танцуют лошади? Видел. Где? Твой Олимп так и просится на сцену. Прямо на арену. Я могу из него сделать превосходного артиста цирка. Вот. Его увидит Москва, Ленинград, Киев, да вся страна, весь мир. А как же племрассадник? Ну не волнуйся ты, парень, с племрассадником я все улажу. Искусство цирка – великое искусство. Мужество, ловкость, красота, невероятный труд – все в нем. А расписку дадите? Ну, разумеется, и вдвое больше заплатим. Переведем на ваш расчетный счет. Цирк – это государственное учреждение. Представляешь, зажигаются огни. На арену выходят лошади. С плюмажами, в попонах. И начинается прекрасный хоровод. Ну, дружок, значит, Олимпа, ты для того растил и выхаживал, чтобы оставить в этом балагане. Пустоколон знаменитый дрессировщик. Да ты понимаешь, что ты наделал? С меня племрассадник требует чистопородного жеребца. Подумай. В цирке его узнает вся страна. Миллионы зрителей. Мой Олимп будет знаменитым на весь мир. В общем так. Ты сейчас же поедешь в город и сдашь Олимпа в племрассадник. Ну, товарищ председатель. Все. Понимаете, я... Иди. Здрасте. Юсуф Ака. А, Юсуф Ака. Говорят, ваш Актам Олимпа кому-то продал. Откуда тебе это известно? Послали его в город с Олимпом, а он его там каким-то артистом и продал. Глупости не болтай. Толкни-ка. Спасибо. Мухабат! Я скоро вернусь!
Сколько тебя ждать можно? Поехали. Тихо ты, не шуми. Бери лошадь и мотаем отсюда, а то опять к ночи приедем. Устоколон обещал все уладить. Тебе что председатель сказал? Ну, знаю, знаю. Тогда бери Олимпа и домой. Я хочу досмотреть. Ну все, я уехал. Прощай. Прощай. Я уехал. Счастливо. Пожалуйста, возьмите шамбарьер. Олимп, как ты здесь? Скучаешь? Хороший мой. Хороший. Ну, любит он тебя. Я за Олимпом приехал. Председатель сказал, чтобы я отвел его в племрассадник. Но это невозможно. Он уже зачислен в штат. Прогуливал я его сегодня по манежу. Присматривался. Хороший жеребец, умный. Конечно, придется с ним много поработать. Не без этого. Диковат он, к воле привык. Вот если бы ты мне помог, а? Ты его норов хорошо знаешь, он тебя слушается. Останься у нас в цирке. Ну, хоть на немного. Здесь, в цирке? Сделаем вместе из него артиста. А? Оставайся, оставайся. Олимпу не будет здесь одиноко. Смотри, сколько у меня лошадей. Целая семья. Это Казбек. Это богатырь. Пошли, пошли. Ну так как? Решил? Здесь у нас репетиционный зал. Акробаты к выступлению готовятся. Извините, извините. Здравствуйте, Устоколон. Здравствуйте. Заходи, заходи. Пока я улажу с племрассадником, здесь будет твой дом. Это моя гримоборная. А это Буйный. Был моим лучшим артистом. Ладно, побудь здесь, я скоро вернусь. Так. Але. Оп. Доброе утро. Здрасте. Але. Оп. Але. Оп. Плох мой Буйный. Как бы ни пришлось с ним расстаться. Ну что вы, Устоколон? Его еще можно вылечить. Да. Столько лет был моим верным другом.
Врачи говорят, надо списывать. Жалко. А что слышно с племрассадником? Я же сказал, что улажу. Документы только осталось оформить. Тут буйный умирает, а ты заладил племрассадник, племрассадник. И что он там застрял? Ума не приложу. Дом не строится, девушка ждет. А он где-то болтается. Ну что ты молчишь? Может, съездишь в город, вытащишь Актама из этого цирка? Съездил бы, привез его. Отдайте мне буйного. Я его вылечу. И с Олимпом помогу. Но буйный уже списан. Но я вас прошу, разрешите. Усман Бурханович, пусть попробует. Ну что ж, я не против. Иди. Как поживаешь? В клуб пойдешь? Мы же договорились, Курбон. Ты на меня обиделась, да? Актам неплохой парень. Но ведь не он один на свете. Может, увидимся? Поговорим с тобой. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что прервал вашу приятную беседу. Разговор, конечно, был о погоде. Рад вас видеть, товарищ метеоролог. У меня беда. Расческу потерял. Пожалуйста. Спасибо. Выручили? Спасибо. Ну, не буду мешать вам. Что вы все Актам да Актам, дорогой учитель? Забот у меня и так хватает. Табун, фермы, механизация. Нет, нет, важно найти подход к человеку. Подход – это главное, Саид. Мы должны разглядеть в человеке его суть, заглянуть ему в душу. Вот, Шоиру Дахкани памятник открывать будем. Да, вы его хорошо знали. Мы должны обязательно присутствовать. Оттого и не приду, что знал. Да. Не приду. Стыдно мне, понимаешь? Стыдно. А стыдно потому, что в свое время я... не понял этого человека, не почувствовал его боли.
в душу его не заглянул. Трудное время было. Я тогда был председателем. Шел мне 20-й год, а Шуиру было 16. Он у меня в колхозе работал простым пастухом. Простым пастухом. Голодное было время, трудное. Он уже тогда что-то писал. Читал мне свои стихи. Я думал, балуется он. Говорил ему, брось ты это дело, профессию какую-нибудь приобрети, чем бумагу изводить. А он упрямый был. Занятий своего не бросал. Потом уехал куда-то. Я забыл про него. Потом война. Госпиталь. А Шуир погиб под Варшавой. А теперь, видишь, памятник ему ставят. А ты говоришь, у одного то, у другого это. Нет. Главное в сердце человеку заглянуть. В корень его. Не волнуйся, не волнуйся. Все будет хорошо. Ну? Не ленись, не ленись, буйный. Ну, давай, 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 давай. Ну что ты еле ноги передвигаешь? Ну? Ну, молодец, молодец. Ты уже совсем здоров. Давай, давай. Молодец. Вон у вас какие ноги уже крепкие стали. Молодец. Огонек ровнее, ровнее. Богатырь, подтянись. Галоп, галоп. Молодцы. Смотрели, учись. Молодцы, молодцы. Хорошо. Ну, тихо, тихо, тихо. Там, выводи Олимпа, пусть привыкает к арене. Сделай с ним несколько кругов. Так, так, ближе к барьеру. Ровнее, ровнее, шаг. Спокойно, спокойно, Олимп. Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Все будет хорошо. Так. Спокойней, спокойней. Молодец. Молодец, Олег. Самое главное – уметь пользоваться шамбарьером. Я переложил в правую руку. Они ускорили ход. Существуют разные команды. Галоп, стоять, бег. Видишь, как огонек косится на мой хлыст? Да-да. А, я их не бью, но они его боятся. Здравствуй, Мухаббат. Очень по тебе скучаю, но приехать пока не могу. Дел тут много. Сначала выхаживал Буйного. Помнишь, я тебе писал о нем? Если бы я его не выходил, с ним пришлось бы совсем распрощаться. Помогаю конюхам с лошадьми. Буйный, Олимп. Так что не вижу, как проходит день. С племрассадником все улажено. Колхоз прислал им другого жеребца, Урагана. Так что Олимп остается в цирке. Он уже перестал дичиться. Устоколон много работает с Олимпом и вроде доволен им. Он считает, что я могу быть дрессировщиком. Лошади меня слушают и чувствуют мое к ним доброе отношение. Мы с ним очень подружились.
Он замечательный человек. Много знает, многое повидал. С ним очень интересно. Говорит, оставайся у нас. Будешь пока помогать мне присматриваться. А потом и самостоятельно будешь работать. Хотелось бы, конечно. Но это нам надо с тобой вместе обдумать. Как отец. Пишешь, что он обо мне и слышать не хочет. Может, все бросишь и приедешь, а? Сходи, пожалуйста, к Жамалбеку. Расскажи ему обо мне. Пусть не обижается. Объясни, как все вышло. Целую тебя. Пиши. Твой Актам. Буйный, ты что? Ну, иди. Соскучился по арене. Поздравляю вас, Юсуф Ага. Будущий зять ваш артистом стал. Будущая знаменитость. Прославит наш кишлак на всю страну, ваш Актам. Он такой же наш, как и ваш. Да что вы все заладили? Актам артист, Актам герой. Нашли героя. Я всегда говорил, человек, имеющий дело с лошадьми, тупеет и перестает соображать, что к чему. Лошадь для него становится дороже всего. Ваша правда, Юсуф Ака. А, вот кто у нас герой. Ахун Али. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Приедете сегодня, как договорились? А? Бахри Васла, Сарни Хонда. Solo dar cui tu should suffer e giorni man mui saran chun rui tu dar chaman bahri tamo so omadi e nozani شود بابو از موی موشی موی تو مرغ دیدا موسیقی
Конек идет первым, за ним Казбек. На первом такте разворот, потом переходит в аллюр. Стоп, 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 стоп. Актам, ну как ты стоишь? Артист начинается с выхода на арену. Ну что это за поза? На тебя же зрители смотрят. Выпрямься, голову выше, расправь плечи. Давайте лошадей обратно, повторим выход. Ну быстрей, быстрей. Актам, вот. Спасибо. Готовы? Что от Актама? То он пастух, то клоун в цирке. Не нужен мне такой зять. Буйный молодец. Все вспомнил. Жаль, что не увижу его на арене. А мне жаль, что ты нас покидаешь. Может быть, останешься, а? Бери свою мухабат и возвращайся к нам. Отец ее не отпустит. Он хочет, чтобы я продавцом работал в магазине. Да какой из тебя продавец? Ты же прирожденный артист. Ну, я поехал. Ехать мне надо. Давай, спасибо. Здравствуй, дорогой Актам Джон. Рад тебя видеть. Когда приехал? Сейчас и прямо к вам. Как вы себя чувствуете? Да чувствую я себя хорошо. А я уже испугался. Думал, вы заболели. Не стал ждать автобуса, на попутных добирался. Что-нибудь случилось? Что? Мухабат. Может быть, вчера еще не было поздно.
я знаю, Мухаббат ждала тебя. Не поняла она меня. Звал в горы, отказалась. В Душанбе не захотела ехать. Отец не велит. А я знаю одно. Когда очень любишь, ничто тебя не остановит. Вернусь в цирк, мне там нравится. Нравится? Ты себе выбираешь дорогу жизни, трудную дорогу. Если тебя влекут к цирку аплодисменты, слава, то не стоит на это тратить жизнь. Я об этом и не думал. Я вам говорил, что не могу без лошадей. А в цирке тоже лошади. Ну что ж, если ты считаешь, что это твое призвание, счастливого тебе пути. Но помни всегда слова поэта. И только то, за что прольется пот, для человека счастьем обернется. И почести, и радость принесет.
Здравствуйте, люди. Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через 2 недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно 3 года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас тут унитаз есть, коляска есть. Добрые люди подарили. Но на улицу мы не ходим, так как живем на 5-м этаже. Мама грузная, и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванной. С горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее, и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим близким.